Привет, друзья! Сегодня 13 мая, мы находимся в республике Татарстан, в 15 километрах от города Казань, в местечке под названием Высокая гора. Здесь сегодня и завтра будет проходить первый этап серии соревнований RZR Camp 2017 на квадроциклах, и мы расскажем, как это будет. Пошли! Смотрите, какой известный видеоблогер Андрей. Здравствуйте, Андрей. Ну, расскажите, вы обычно выберете интервью, сегодня мы у вас возьмем. Как оно? Известный блогер в узких кругах, да, там как-то? Да. RZR Camp просто живет своей жизнью, начинает жить своей жизнью, прям такой, знаете, прям хорошей, полноценной жизнью. Здесь даже есть парни из Формулы 7, что говорит о чем? Что мероприятие просто становится... Хорошим. У тебя, я смотрю, машина эгоиста, да? То есть никого, кроме одного. Да, я сейчас прокатился на ней, да, и могу сказать, что я обязательно должен ее протестировать на своем канале, для того, чтобы вообще рассказать полностью все ее вот плюсы. Ну, есть, конечно, какие-то минусы, что вот нет второго сидения, и не могу тебя, к сожалению, пригласить, чтобы прокатить. Ну, я к тебе еще приеду. Это был Андрей, чеховский проходимцы. Пошли дальше. Собственно, старт, уже скоро старт. Влад вот случайно остановился. Это Владислав Маликов. Всем привет! Это ВК-клубу, закрытому парку, BRP-шникам. Все, хватит. Но ты не изменяешь традициям, ты на BRP, да? Хоть это RZR. У меня уже два BRP. Все, Формула 7 помогает, спонсирует всем. Да? Но ты готов? Я, безусловно, готов. Правда, что-то там пощелкивает сзади, не знаю. Пассажир, наверное, тяжелый был. Это, может, часики так тикают. А ты в каком классе едешь? В самом крутом, профессиональном. Open. АТВ-2 Sport. Супер-мега Sport. Слушай, невзирая на то, что сейчас май и 13 мая, люди достаточно тепло одеты, не жарко. Вот, в частности, победитель серии прошлого года Артем Шумейко. Доброго дня. Вот видите, он знает, как одеваться в такую погоду. Да, погода такая располагающая к теплой одежде. Скажи, пожалуйста, ты готов к гонке сегодняшней? Готовлюсь, конечно. Физически, морально. Соперники серьезные. Очень такой кворум собрался неплохой. Как я понимаю, 17 машин. Такая борьба будет интересная, забавная. И трасса интересная. Самое интересное, что никто особо не собирался ехать на RZR Camp, как получилось, я помню, так, да? А получилось вот так вот, никто не собирался, и все приехали. Да, никто не собирался, и Ваня Маликов вроде не собирался. Но Ваня собрался немножко раньше, а мы позавчера. Быстро подготовили, помогли ребята из компании «Капитан» в городе Казань. Просто оперативно перебрали всю машинку. Она в стоке по мотору, по вариатору. Но мы усилили подвесочку, поставили наши любимые амортизаторы «Лигеры». Я сейчас на них прокатился, ну, вроде тьфу-тьфу, пока все хорошо. Слушай, получается, можно даже не иметь собственную машину, а просто взять в аренду? Ну, участвуем, видишь, получилось, да, что можно взять в аренду. И у нас в парке, в принципе, у нас готовятся машинки, будут, скорее всего, арендные, парочка машин, RZR, подготовленные. Ну что, желаю тебе удачи. Спасибо большое. Антон, спасибо. Здравствуйте, мужчина. Мы знаем, что вы самый главный, Олег Теплаков. Это технический директор на этой гонке, да? То есть да. Ты делаешь здесь все, да? Ну, не все, но делаю много. Понятно. Скажи, пожалуйста, здесь же первый раз мы, вот высокая гора, вот почему именно эта гора? Она такая горбатая, не горбатая, какая она? Высокая это местность, на самом деле, называется. И неподалеку здесь поселок называется Высокая гора. С той стороны всем известный в России автодром Казань-Ринг. Здесь, потому что, ну, другой площадки, к сожалению, мы не смогли найти, потому что в этой местности их очень-очень мало. Скажи буквально пару слов. Протяженность круга немножко о трассе. Для часовой гонки протяженность трассы порядка 3 километров, а для кросс-кантри 200. То есть это, получается, по кругу они будут ездить, да? Да.
Длина круга 3 километра. Для круга 3 километра, и для ТВ-1 и ТВ-2 мы сделали трассу, которую можно назвать такой трофи, триала, кантри-кросс. И люди, которые едут от ТВ-1 и ТВ-2, они не будут ехать по сумасшедшим там трамплинам, они будут ехать спокойно, с той скоростью, вот, на которой их не чемоданы сзади, которые стоят у них на корме, не отвалятся. Слушай, ну здесь будут засадные места? Ну да, вот трофейный кусочек там, да, такой он довольно-таки, на первый взгляд, простой, но когда проедет народ, там будет хорошо. Кому-то грустно. Там будет хорошо. Мы туда обязательно пойдем. Пошли дальше. Спасибо, Олег. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, месье. Иванов Виталий. Хронометраж. Хронометраж, да? Вы сегодня всем составом? Да, полностью. Сколько сейчас участников зарегистрировалось уже? Еще не получал информацию, еще и регистрация продолжается. Там я слышал порядка 50. На самом деле давно такого не было на РСР-кемпе, чтобы так много народу приехало в Казань. В этот раз, да, так далеко от Москвы, в Казани, и много народу. Ну вы готовы, у вас, как всегда, все в порядке? Конечно. Мы будем внимательно следить за результатами на табло. Спасибо большое. Главный. Даже не судья, просто главный, практически главный, да? Представьтесь, пожалуйста. Я? Иванов Виктор. Иванов Виктор, да. Это просто Иванов Виктор, просто заслуженный судья Российской Федерации и международной категории в том числе. Да, есть. Мы осуществляем здесь хронометраж и судейское обеспечение соревнований. Как и много лет уже подряд, да? Ну а куда? Есть определенный опыт, поэтому мы востребованы, мы вот здесь делаем праздник для жителей Казани, да, и для самих участников. Трасса, я скажу так, средняя. По сложности средняя. Я не скажу, что она сложная, жесткая. Нет, она достаточно легкая. Вот для часовой гонки она легкая трасса. Здесь, естественно, они проедут 20-25 кругов мимо нас. Но трасса сама легкая. Понял. Если сравнивать, например, даже с вашей трассой, скажу, намного легче. Спасибо. Попрошу, если есть пару минут, представиться участнику. Воронин Олег. Олег Воронин, Москва, клуб «Дикари». Слушай, Олег, у тебя какой-то новый цвет у квадроцикла, или я давно его не видел? Вы просто давно его не видели. У него новая оболочка, новый год, новый цвет. Каждый год мы меняем рубашку. Это же все-таки РЗР-кэмп, то есть это, наверное, больше поларисовская история, нет? Ну, это да, но Polaris... Я не могу сказать плохого слова, но BRP... Есть BRP. Лучше BRP, только новые BRP. У нас как... Смена, знаете. И еще очередной участник, представьтесь, Дикари, пожалуйста. Формалин Александр, клуб «Дикари». Александр Формалин, а уже сколько лет? 6, наверное, ты участвуешь в гонках? Или 5. Больше? 5? Ну, да, лет 5. Я почти угадал. В каком классе выступаешь? Ну, я в любителях еду, на стоке. На стоке в любителях? Да. Это АТВ? АТВ-2. АТВ-2. Я все время в профи гонял, но сегодня в любителях. Даю место молодежи. Ну, а что нет? Я уже пенсионер, так что мне скидочку сделали. Вот так вот. Ладно, мы тебе желаем удачи. Итак, друзья, еще один участник РЗР Кэмп. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Марат меня зовут, я из Москвы. Марат из Москвы. Скажите, вот я смотрю, у вас машина X3, это же новая модель BRP. Только в этом году, по сути, начали соревноваться на них. Почему именно X3? На самом деле, все началось в прошлом году, когда я решил попробовать себя в этих гонках в Москве на X-арене. Я приобрел себе Polaris. Доработал его и поехал на нем. Увы, но машинка оказалась как бы провальная. Потом я долго нервничал, переживал, опять что-то делал. И как раз в сентябре месяце, по-моему, да, ее презентовали. Ее много очень ребят у нас купило, все довольны. И чисто технически говорят, что она идеально подходит для как раз такого рода соревнований и гонок. Получается, Марат, первый раз на X3 вы поедете в реальную гонку, часовую, вот сейчас будет, да? Да, это будет первый раз, поэтому... Ну, я как бы на себя больше рассчитываю, чем на машину. Машина, самое главное, чтобы чисто технически не подвела. Вы сами знаете, что поломки – это частая вещь. Мы обязательно к вам подойдем после соревнований, и вы поделитесь впечатлением. Хорошо. Спасибо, желаем вам удачи. Спасибо, до свидания.
Не только квадроциклами BRP полон мир РЗР Кэмпа сегодня, но и, я смотрю, Андрей Гриднев, тоже представитель клуба «Дикари», сегодня выступает на Ямахе, да? Легендарная Ямаха. Ты знаешь, твои друзья, твои соклубники выбирают BRP и считают, что лучше BRP, только новый BRP. Но, тем не менее, у тебя Ямаха. Почему? Люблю. Есть такой, знаешь, однолюб. Вот ни за что не поменяю. Как самого дорогого человека, а это точно так же является для меня дорогим человеком, Антон. Слушай, вот такая любовь к квадроциклам и к бренду Yamaha. Вообще сегодня многобрендовость такая здесь на RZR Camp присутствует. Я вот хочу найти человека, который на квадроцикле Polaris будет выступать. Все-таки это вот же тоже хочется его найти. Да, мы пойдем искать. Говорят, он есть. Но он будет обязательно. Он где-то здесь еще витает. Если увидите, скажите нам. Мы его к тебе отправим, Антон. Мы пошли. Ну что же, друзья. Вот и настал тот момент, когда начинаются двухдневные соревнования. Первый этап серии RZR Camp 2017. Сейчас слева от меня стоят все участники, подтягиваются все остальные. Слушайте, столько техники. Здесь порядка 30 миллионов рублей сейчас стоит на этом кусочке земли с травой. И вот один из участников, который, наверное, один из первых, принял участие в соревнованиях на X3, на BRP X3, это Иван Маликов. Скажи нам пару слов, как тебе X3, как вообще, вот как твое состояние? Вообще замечательная машина была пока что. Сейчас будем глядеть в кантри-кроссе, как она будет себя вести. Слушай, ты вот давно участвуешь на разных квадроциклах, у тебя был Polaris, и достаточно долго ты на Polaris RZR ездил. Почему X3? Потому что Polaris качество мотора подвело меня очень. И по бюджету, и по ни одну гонку я не доехал, как бы. Вот решил попробовать на X3. Пока вот четвертая гонка сейчас будет. Внутри выдержал, скажем так. Слушай, Дикари, клуб Дикари, знаешь таких, конечно. Да, они говорят, что лучше BRP может быть только новый BRP. Вот скажи, как тебе такое? Я думаю, да. BRP на сегодняшний день руль. Ну что же, мы будем за тобой наблюдать. Удачи тебе. И вам тоже. Давай, пока. Лучше BRP, только новый BRP. Слушайте, на самом деле, пока квадрики уехали, здесь есть RZR-ки, X3, а еще совершенно уникальная машина. Это сайд-бай-сайд, спортивный сайд-бай-сайд от компании Yamaha. Слушайте, но вы здесь, походу, единственный на Yamaha баге. Ну, она пока единственная вообще в России участвует в соревнованиях. Слушайте, а почему вот именно Yamaha? Ну, я решил попробовать на коробке все-таки, и мне в Крыму понравилось. Трассу пока не видели, да? Ну, я так посмотрел, я на трамплинах первый раз. Я на квадрике, в основном, на кроссом, да, там, без проблем. А на баге я еще даже не знаю, что там, как вообще вести себя, как это. Ну, попробуем, посмотрим, потренируемся. Вот так вот, Yamaha, одна, единственная. Это будет интересно. Итак, друзья, собственно, вот еще один участник, Алексей Бердинских, буквально пару слов. Леша, здравствуй. Здравствуйте. Мы, знаешь, сегодня вот послушали уже разные мнения и спрашивали, почему BRP. И вот клуб Дикари, в частности, сказали нам, что лучше BRP может быть только новый BRP. Вот я такой вот слоган. Абсолютно с ними согласен. Еще новый слоган могу сказать. Купил BRP, получи удовольствие. Раньше был другой немножко, но время меняется, и слоганы тоже меняются. Я знаю, Леш, ты раньше, ну, ты ездил на разной технике, на разных сайд-бай-сайдах. И вот сегодня ты на квадроцикле X3 XDS. А почему DS, а не RS? Ну, почему выбор мой пал на DS, имея XRS? Потому что, наверное, он специально сделан, в моем понимании, для кантри-кросса XDS. Он более узкий, более вертлявый. XRS – это больше он сделан для песков, для степей, для дальних прохватов. А здесь очень много поворотов, поэтому на нем, я считаю, мне будет намного комфортнее. Я смотрю, вот, ребята, мы же находимся в Казахстане, и вот казанцы, тем не менее, все едут пока что на РЗР-ках. Какие у тебя ожидания? Ну, у меня самое хорошее ожидание. Я думаю, что ребята сегодня поймут, какую технику нужно выбирать на следующую гонку.
Интересно, это какая-то фишка, вот эта сеточка, это что-то самодельное? Вот такой вот тюнинг от Формулы 7, официального дистрибьютора техники BRP в России, кстати. Вот такая вот сеточка, казалось бы, москитная, но нет, она не от комариков. Это как раз от всяких каках, которые будут лететь на трассе. Надо будет посмотреть, как она будет выглядеть после заезда. Но идея хорошая, на резиночках, быстросъемная. Снял, помыл, поставил, поехал. Чтобы радиатор не выносить. Слушай, ты один из немногих, кто участвует на квадрике на Поларисе. Поларис, сток, чистый сток. Никакого тюнинга, только резина. Слушай, вот в сравнении с BRP, вот я смотрю, тут в основном только BRP и Поларисы, да? Почему ты выбрал Поларис? Дешевле. BRP, ну, терпи. Не, по-честному, техника нормальная. Ну, везде свои минусы и плюсы есть. Посмотрим, только купил, 2500 проехал, посмотрим, как она себя дальше покажет. В каком классе едешь? АТВ, любитель. Первый раз на нем посмотрим, что. А там дальше будем на профи метить. Какой номер у тебя? 63-й. 63-й номер. Тольятти. Мы будем наблюдать за тобой. Да. Давай, удачи. Давай, спасибо. Итак, вот очаровательная девушка такая вот элегантная. Сейчас держит табличку с надписью 15. Переворачивает на 5. Это 5 секунд до старта. После чего им нужно будет резко завести двигатели. И посмотрим, кто же первый. 165 номер. Сейчас посмотрим, кто это был. Это Миниханов Азат на литровом стандарте РЗР. Как-то просто мгновенно завел свой двигатель и пока что держит первую позицию. Пойдем смотреть. Витя, вы проиграли 500 тысяч фунт-бест. На заправку я заехал вовремя. Ну что я как на базар, мужики. Шанс был завтра гонять. А то у меня шанса вообще нет. У меня был и так последний.